Всем привет! Сегодня у нас очередной влог про Запорожец. Я уже думал сегодня ролик про Иж снять. Думал, его сегодня заведем, прокатимся на нем. Погода теплая, снежок идет. Думал, дай-ка разберусь с тормозами. Хотел завести его сегодня, прогреть. Хрен там было. Как вы видите, я снял барабаны. Поснимал барабаны. Здесь написано 966 на барабанах. Хотел посмотреть колодки. Ну, колодки, смотрите, здесь полуизношенные. Здесь буквально 3-2 миллиметра осталось. Ручник, думал, подтяну. Так, что еще? Тормозные цилиндры хотел снять. Ну, разработать их, посмотреть. Вообще двигаются они, не двигаются. Мне кажется, они вообще не двигаются. Потому что я, когда прокачивал, жидкость идет, а колодки не зажимает барабан. Вроде подтеков нету, все сухое, но, скорее всего, они закисли. Надо будет разобрать, посмотреть. Скорее всего, они не двигаются. Также с этой стороны все сухое. Также, вон, видите, смазываю болты. Решил снять бак. Что? Опять? Вот этот болт, который торчит, шпилька. Там, в общем, сверху хомут. И вот этот хомут держит вот этот болт, который я сейчас смазал. Также с той стороны. Я шкуркой зачистил. Я щеткой зачистил. Смазал вот. Вон еще один болт, который держит. В общем, решил снимать бак. Почему решил снимать бак? Сейчас здесь тоже откручу все. Дело в том, что походу в баке была вода, когда я тот раз залил бензин, почистил трубку. Сегодня хотел завести. Качаю, качаю. Бензин не идет. Посмотрел. Здесь вот такая вот грязь. Потом сюда смотрю, смотрите. Здесь просто лед. Лед. В баке, походу, была вода. И вот эта вся вода вот здесь вот замерзла, и бензин не поступает. Скорее всего, тогда я чистил трубку, которая идет. Бензин же легче воды. Бензин вверх поднялся, вода ниже. И трубка всосала воду всю снизу. И все замерзло. В общем, вот такие вот проблемы. Ты что, проблем хочешь, что ли? Кому ты хочешь проблем создать? Ты... Придется снимать бак. Ну, в интернете пишут, надо добавить спирт, чтобы... Вода со спиртом смешалась. Это сколько туда спирта надо? Сколько там воды, я не знаю. Может, там много воды. Зальешь спирта, а толка не будет. В общем, придется снимать бак. Сейчас скину все сиденья, откручу. Болты попробую откручу, которые я смазал. Посмотрим, что получится. Заодно и сниму вот эти вот тормозные цилиндры. Разберу их, посмотрю. Двигаются они, не двигаются. Вот так вот. Так что вот такая вот Санта-Барбара. Так, я уже скинул диван. Так, что у нас здесь внутри? Открутил один болт. Вот второй болт. Ну, достаточно все хорошо откручивается. Сейчас я откручу болт. Вот здесь вот какой-то лючок. Для чего он, интересно, не знаю. Так, открутил болт. Снимаем хомут. Этот сейчас хомут сниму. Все, подключаю. Сейчас попробую его выдернуть. В общем, все. Еле снял этот бак. Выдернул его оттуда. О, все. Вылетел. Так, это датчик уровня топлива, сделано в СССР, 86 год. Здесь такие шланги, сейчас это тоже откручу, сниму трубку, там все замерзло. Вот он сам бак. Так, сейчас сольем бензин. Давай, тебе, Фидос,
Сколько? А ты что, краев не видишь? Виноват. А. Давай наливай. Поговорим. Будущий день покажется светлым. Никто компота не желает? А компот? Компот. Так, сейчас сольем весь бензин. Полторашки. Посмотрим, сколько литров получится. У меня большой канистры нету, поэтому придется полторашки. Так, в общем, слил весь бензин. Вот он. На дне, как всегда, ржавчина. Вот она вся грязь. Сколько здесь получилось литров? 3, 6, 9. Около 10 литров получилось. Трубка вот здесь вот забита, замерзшая. Вот я ее открутил. Тут смотрю туда внутрь, а там на дне лед. Вам не видно, правда, но где-то вот так вот лед лежит на дне. Поэтому трубка замерзла снизу. О, слышите лед? Даже она, трубка не залазит туда. Вот свое место попало. Залезла. Сейчас надо будет все прогреть и воду вылить. Сейчас потихоньку буду греть. Лишь бы все это не взорвалось. Так, снял колодки. Вот. Смазал тормозные цилиндры. Вроде бы все сдвинулось. Все крутится. Хотел их немного вытащить. Так. В общем, эта крутится сторона, эта сторона крутится. Но они сначала не двигались, я немного отверткой их расшевелил. Так, с правой стороны немного ситуация похожа здесь. Они поржавели, но я сейчас ВДшки смазал. Сейчас посмотрим. Тоже снял колодки. Вот эти пыльники поснимал. Сейчас мы смажем, может, и они будут ходить, хотя не знаю, посмотрим. Итак, вчера промыл бак, вскипятил воду, кипяток уксусом, был у меня уксус, где-то 5 литров кипятка, и который лед там был, он весь, короче, растопился, и я слил эту ржавчину, два раза его промывал, но все равно внутри посмотрел фонариком, на стенках очень много ржавчины. Так что все равно все будет эта грязь сыпаться и будет забивать фильтры. Так что, чтобы фильтры не забивались, поставлю вот такой вот бак временный. Здесь на 12 литров. Это металлическая бочка от Фреона. Тут был кранчик, я его вон выдернул. Так что вот такой вот бак у меня будет. Пущу сюда обратку и подачу. Ну, отсюда можно заливать воронкой. Хотел сначала пластиковую канистру, в комментариях писали, поставь пластиковую. Ну, пластик он тоже расширяется, сужается на морозе. Видите, заглушу пока все. Пока поездим на таком баке, потому что быстро забиваются фильтры. Вот. Второй фильтр, он уже забитый. Так, разобрал цилиндр. Снял поршни. Вот они, поршни. Хорошо снялись, ржавчины немного, сейчас постараюсь все здесь протереть и поставлю их на место. Тормозуха уже побежала, значит, ну, здесь они ставятся легко и просто. Вот в таком, в принципе, они ставятся.
с двух сторон. Также с той стороны. Сейчас промою, все поставлю на место и попробуем прокачать.